Вот вчера мы сеяли траву, а сегодня утром, пожалуйста, уже снова зима. Ну хоть снежки, не такая проблема, играть будет. Мир вашему дому, дорогие подписчики и случайные зрители нашего канала. Сегодня мы собираемся ехать в хутор, чтобы посеять сидераты, а также траву для пастбища. Весна в самом разгаре, и хоть ожидаются еще заморозки и осадки, но траву засеять лучше как раз до осадков, чтобы она лучше взошла. Чем и как мы это собираемся сделать, вы увидите в этом видео. Кому интересно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Поехали! Мы в нашем огороде. Сеять мы будем на сидерат горчицу. А в качестве пастбищной травы решено выбрать такую новую траву, как фастулолиум. Это гибрид нескольких трав, который вобрал в себя все самое лучшее от них. Сеять мы будем по старинке, в рукопашную, как говорится, не используя никакие суперпопулярные агротехнические средства или новшества. Боронить будем все просто вручную, также граблями. Давайте начнем сеять. Чила. Вот она, наша горчица. Сейчас мы ее откроем. Здесь нас ждет сюрприз, в мешке еще один мешок. Вот она, горчица. Приступим. Я буду просевать, а за мной дети будут проходить следом, граблями боронить посев, чтобы семена сверху покрылись землей и их не склевали птицы, которых здесь очень много. Вот так вот происходит этот процесс, можно сказать, почти как 100 лет назад. Я бы не сказал, что это тяжело, но очень долго.
по времени. Семян уходит довольно-таки много, конечно, вручную, сея вручную. Но я и сыплю, так сказать, не жалея. Огород здесь был в очень запущенном состоянии. В прошлом году мы пытались посадить картошку. Ну, вернее, как пытались, посадили даже. И хоть урожай был довольно-таки неплохой, но бороться пришлось очень много с сорняками. Из-за этого наши трудозатраты, конечно, на выращивание картофеля превзошли все наши ожидания. Можно сказать, мы из огорода не вылазили, удаляя отсюда сорняки. Поэтому в этом году решено было засадить все сидиратами, чтобы заглушить рост сорняков. Ну и дополнительно, конечно, удобрить огород. Горчица и посеяна. Теперь пришло время заняться фастололеумом. Ну а перед этим необходимо помочь детям. Горчица и закончена. Фастололеумом решено заняться после обеда. Как говорится, война войной, обед по расписанию. Сейчас мы сядем, перекусим и после этого продолжим. Сейчас мы помоем руки. Девчата накроют наш импровизированный стол, пообедаем, а потом продолжим трудиться. Кто со мной? Я. Давай. Следующий. Ну что, бить? Как говорится, делу время, а потехе час. После обеда можно поиграть в снежки оставшимся снегом. Как-то нечестно, двое против одного. Заняться посевом фастололеума
Его необходимо сеять под покрывную культуру. Покрывной культурой мы будем использовать овес обыкновенный. Будем смешивать его, ну, примерно в соотношении 1 к 2. Одну часть фасололиума и две части овса. Овес довольно-таки быстро всходит и дает возможность фасололиуму нормально развиться и тоже взойти. Семена фасололиума довольно-таки мелкие, поэтому добавление семян овса позволит также сократить расход семян на посев. Вот такие вот фасололиума семена. Ну, семечки вообще мелкие, конечно. Хорошо, что сегодня нет ветра. Ну, с фасололиумом все, в принципе, по такой же схеме, как и с горчицей. Я сею, дети за мной загребают граблями. Земля просто великолепная. Мы уже хотели уезжать, когда приехали, и ничего не делать, потому что было очень сыро. А сейчас солнышко выглянуло, все просохло. Ходить удобно, семенам тоже хорошо. Почва сырая, они будут быстро напитываться влагой и дадут хорошую схожесть. Ну, по крайней мере, так должно быть. Дело сделано, как говорится. Полностью засеяли мы наш огород и сидиратами, и травой для сенокоса, и пастбища. Как раз поднялся сильный ветер. Мы успели вовремя до этой стихии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, кому интересно. Ставьте лайки, комментируйте наши видео. Ведь нам это очень нужно. Пока-пока!